Доброе утро, друзья. У нас сегодня такой прекрасный солнечный день. Вот. Но я немножко хотел о грустном. Извиняюсь, но у меня просто вообще этот месяц, октябрь, именно с сегодняшнего дня, это, конечно же, не самые простые воспоминания, которые были ровно год назад, потому что я помню каждый день буквально, начиная с 7 октября, а сегодня именно 7 октября, потому что маму положили в больницу именно 7 октября. И именно с этого дня, 24 дня она провела там, и я буквально помню каждый день, каждый час, каждый звонок в больницу. Вот. И я такая мысль меня посетила, знаете, кто бы мне тогда бы сказал бы, что ровно через год мы будем в ее родном городе, в городе родном моего папы, их родном городе, мы будем здесь вдвоем с папой, мы будем без нее. Я бы не то, что не поверил бы, я бы просто бы подумал бы, что вы что, сумасшедшие, что ли? Ну, вот так вот складывается жизнь. Поэтому наша поездка, мы посвящаем с папой, конечно же, маме. И всем этим воспоминаниям, где мы бываем эти дни. Поэтому как-то так. Вот такие вот дела. Немножко грустно, но ничего. Просто хотел сказать, поделиться с вами. Хорошего всем дня. Какая-то очередная грандиозная сочинская стройка. Это парк Ривьеры. И вот здесь вот. Там пляж Ривьера. Что-то будет явно крутое. Какая сегодня погода, боже ты мой, а? Уезжать-то не хочется. Итак, дорогие друзья, это Ривьера, это имеется в виду пляж Ривьера. Посмотрите тоже, какая зона сделана для отдыха. Ой, посреди фонтанчика. Два брата-акробата. Да, сегодня прям... Ой, кто-то прям там спит, отдыхает. Кто-то... Олива европейская, садовый бонсай Ниваки. Кипарис, кипарис. Ой, ну красота, красота, что я могу сказать? Красота. Купаются сколько людей. Посмотри, какая красота. Ага. Да. Пойдемте, я вам договорюсь, вам возьмете лежак и зонтик, сядете. Нам тенечек только. Зонтик. Пойдем, да. На сколько? Пойдем. Сейчас я вам все договорюсь. Ой, здесь как на ступеньках классно можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Пойдемте посмотрим прейскурант цен здесь. Не думаю, что сильно они отличаются от той набережной. Так, шезлонг 350, зон 400. Бунгало 4000. Так, а где, с кем договариваться? Пошли два орла искупаться. Сзади очень похож. Дядька нужно подстричь, и вообще будет просто один в один. На самом деле я читаю ваши комментарии, ребята, и вы все, конечно же, пишите, что очень похож. Для меня сейчас уже не так похоже, как это было раньше, как это было там лет 20 назад, 30. Ну и, как понимаете, все равно мы родные как-то отличаем сразу. Конечно, понятно, что много похожего общего, но раньше они были вообще сильно похожи. Их путали, когда мы приезжали в Сочи и где-нибудь шли по городу, с папой здоровались, как будто бы с дядяликом. Какие-то его друзья, знакомые, а некоторые потом убежались, типа говорили, почему ты не здороваешься с нами? А он их знать не знает. Представляете? Взяли, короче, два им лежака, два матраса, столик и зонтик. И все это в комплекте стоит 1150 рублей. Но это еще по-божески, я вам хочу сказать. Когда все в комплекте берешь. Ходит здесь, гуляет. Гуль-гуль-гуль-гуль. Так, друзья, ну что, я молодежь разместил. Оставил. И думаю, пойду-ка я вот встречусь с более старшим поколением. Сейчас я их найду, подождите. Секундочку. Так, вижу уже розовые трусики. 62 размер. На моментах лежат. Ну что, старички, сидим-то, не пойму, а? Че расселись-то? Я молодежь там оставил, думаю, приду к старикам. Шампанский взял? Взял, между прочим. Ого. Да. Давай, а сколько это стоит? 2600 в день. Всего доброго, пойду к старичкам, ой, к молодым. Ты можешь на камушке взять, или вот такой пуфик взять за 200 рублей. Подожди, 301? Два. А. Мне зачем два-то? Ты можешь пуфик этот взять? Он а там... Вы понимали, чебурек вот это вот. Размер не имеет значения, да? Или все-таки имеет? Пойдем? А, вот ждать. Да. Нам что-то номерок? Снял. 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 Давай, сейчас вот плюс за имя. Надо будет отдельно прийти сюда за чебуреком все-таки. Да. А здесь что? Миди? Медийное место. Я когда-то так отравился. Тут у Даши Миди, у Андрея плов, у меня тоже плов. А тебе багет. Сам для тебя. Легко. Ты будешь багет?
Слушай, я такого ни разу никогда не видел. Посмотри, стакан с дном, и там ситца внутри, и чай. Вот там, представляешь? Очень круто сделано, удобно. Ага. То есть ты просто заливаешь так кипяток, и он заваривается. Да, 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 да. Поехали. Невкусно. Я просто нормальный плов не ел. Что не хватает, так это соли. Нет, на самом деле вкусно, я шучу, конечно. Соли здесь? Да, нету соли. Точно. Все-таки, когда мозги есть не только вот на голове. И на лице. На лице, да. А еще и внутри. Ну помоги. Что-то я не знаю. Долго ломали голову, как открыть. В итоге здесь. Ой. Вот, видишь? Да, да, да. Все тебе? Конечно. Нет, тебе еще. Жирненько не будет. Не будет. Кафе у Пальмы, как всегда, традиционное. Меняем. Ждем лодочку. А сахар вот. Сахар нужен обязательно. А вообще добавляла она сахар? Нет. Это сваренная, не по-моему, на песке, да? Попробую, по-моему. Не, не на песке, она просто сказала. Мел не сахар. Да. Давай, это же мое детство. Я здесь кусал всех своих. Я всех своих братьев и сестер кусал за ноги, чтобы они освободили место. Да? Ты можешь себе представить, сколько он стоит? Ну, ему больше 40 лет. Как? Не лечь? Как надо лечь красиво. Ну, не настолько красиво, конечно. Так девушка красиво играет на такой гитаре необычной. Боже, какая красота. А я не помню, говорил я или нет, наверное, в этот раз нет, но вот, вот эта вот лавочка здесь с таким видом, напротив гостиницы Приморская, напротив гостиницы Хаят, здесь у меня дедушка. Собирались фотографы, все такие творческие личности, у меня фотограф был, Тимоха-то, и вот они здесь все время собирались, что-то обсуждали, разговаривали, по каким-то дням, а может быть и каждый день, не помню. Боже, блин. Кс-кс-кс-кс. Чем мой слёт? А ты что, с тобой таскаешь тоже, да? Да, я ношу. Покормить. Кушает. Веселым таким же, и чтобы на следующий год я приобрел компресс. Чтобы у тебя, да, уже компресс, и он был крепче, чем у Андрея. Да, слушайся родителей, будь умным, хорошим парнем, и богатым тоже, и веселым.
Днем рождения еще. Днем рождения. Скучаем по тебе. Ха-ха. Я вас снимал. Квартира в стиле больницы. В стиле больницы? Подожди, нет, снимай. Максим Евгеньевич, ну, у вас давно это вы проблема? Сейчас я халатик надену, подождите. Где вы говорите, у вас жалуетесь на что? На все, у меня все болит. Сейчас я, подожди, в операционную скажу. Дарья Валерьевна, приготовьте, пожалуйста, скальпель, там Максим Евгеньевич придется оперировать, я думаю. Может, сначала температурку померим? Нет, вам нужно вначале взять обезболивающее. Ой, вот оно, давайте. Чуть-чуть немножечко туда вот притупить боль. Подожди, расскажи историю про то, как тебе на пляже сказали... Сядь, да, вот здесь, чтобы свет на падает. На пляже? Про Голливуд, да. Ну и где там это было, я не знаю, на пляже. На набережной? А что это? Это смешная история, а, считаю. Ну нет, я просто, я шел, с Дашей мы шли, и какой-то парень мне говорит. Я встал в кучке парней. Он и... один был? Не, просто один из них говорит. Ой, чувак, типа, как так случилось, что ты... Из Голливуда переехал в Сочи. Это такой, типа, комплимент. Я так удивилась, думаю, откуда он знает, может, он его знает, может, он его подписчик. Я спрашиваю, как он это понял. А я ему отвечаю по-английски, what are you talking about, sorry, I don't understand you. Типа я такой, а он заржал. Ну, он понял, что я кажу. Это было очень забавно, да. То есть прямо из Голливуда. А у нас здесь Болливуд. У нас тут индийское кино. Ты выключил звук? Да. Вера, Вера, ко мне. Вера. Ну что, налегла-то? Налегла и просит. Показать вам время сколько. Два часа 52 минуты. Ночь. Пятница. Песни «Золотые купола», «Я свободен». Это не знаю, как называется, но вы слышите, надеюсь. А, это, чтобы вы понимали, окна закрыты. Здесь я уже говорил, что шумоизоляции нет никакой. И не только шумоизоляции, здесь зимой, наверное, можно вообще замерзнуть, потому что вот такие вот окна, не закрывающиеся плотно. Ох, хотелось бы, конечно, поспать. Не знаю, получится или нет. Мне просто интересно, так всегда здесь? Или только пятница, суббота? Ну ладно, доброй ночи, дорогие друзья. Thank you.